Всем привет, друзья! Вы на канале Мишевский Фэмили. Буквально 2 часа назад вышел лайв-видео у японской группы. Я понял, что уже японской группы Bandmate на трек No Good. Вот буквально 2 часа назад вышел, я такой думаю, ну давайте посмотрим, чтобы потом не забыть. Поэтому давайте сразу заценим, интересно, что это будет. Ну, в принципе, у них лайвы очень классные, мне очень нравится их музыка, ребята, поэтому советуйте мне, что еще смотреть, ну, из интересного. В общем, давайте, поехали. А так мне не нравится. Блин, какая же классная песня, и лайв классный. Блин, этот трек отличается от других, которых я слушал. Очень такой, ну, спокойный, очень мелодичный, блин, мне очень понравилось. И трек сразу летит в плейлист мой. Блин, ну что сказать, очень классная группа, мне не очень нравится, ребят.
сколько я уже клипов их посмотрел, вы сами можете посмотреть другие реакции, на моем канале есть, поэтому что тянуть, все классно, 10 из 10, такая классная вокалистка, у них такие голоса классные, очень приятные, ну приятно слушать, нет какого-нибудь отвращения. Ну и в целом неплохо так делают, прям такое, знаете, типа, так многие мужики не делают, ракешник какой-то не делают. Я понял, что это японки, спасибо, что мне напомнили, то есть, я думал, что это корейская группа, это, кажется, японская. В целом, мне все понравилось, ребят. Если вам ролик понравился, поставьте лайк, поддержите меня, подпишитесь на канал, если вам не сложно, а мне приятно будет, вот. Оставляйте комментарии, ну, колокольчик и все как надо, ребят, делайте, все, ребят, всех обнял. Всем удачи, настроения, слушайте хорошую музыку. Каждый раз это говорю, ребята, и каждый раз, как бы, вот так вот. Все, всем привет, всем пока.